Вести Ульяновск на телеканале «Россия». В студии Владислав Витковский. Доброе утро. Смотрите выпуски. Здорово, у нас фундамент сделан. Это вот прям с фундамента течет ведь. Реки в подвалах, водопады в квартирах. Как дождик, оно провисает. И вот, пожалуйста, мы это поднимаем. И через дырочку вот ведерко выливается. Клубная жизнь в Ульяновске. Суд встал на защиту жителей элитных малоэтажек. Почему застройщик не торопится исправлять нарушения? Новинки отечественной оборонки опробовали на учебном полигоне. Основными целями учения являются проверка навыков военнослужащих и слаженности парашютно-десантных подразделений при выполнении различных боевых задач на незнакомой местности в условиях быстро меняющейся тактической обстановки. Покажем самые зрелищные кадры с учений ВДВ. Обновят асфальт, обустроят тротуары и остановки. Потом перейдем на верхний слой асфальта, на этом же участке. В регионе отремонтируют 158 километров дорог. На каких участках развернули сразу? В Ульяновской области снижается смертность на дорогах. В минувшем году количество ДТП сократилось почти на 10% по сравнению с 2019 годом, а смертность на 27%. Ульяновская область заняла первое место среди регионов Приволжского федерального округа и третье место в России по сокращению числа погибших в автомобильных авариях. Показатели аварийности продолжают снижаться. За последнее полугодие на территории региона произошло 500 дорожно-транспортных происшествий, 35 человек погибли. Еще более 600 получили различные травмы. В Ульяновске входит в моду проживание в клубных домах. Фирмы-застройщики, играя на новом интересе, энергично предлагают купить элитное жилье. Однако идиллия эта нередко заканчивается с первыми судами, а клубная жизнь скорее превращается в камеди-клаб. О жилищной пародии репортаж Эдуарда Истомина. Что лучше, новое жилье или квартира на вторичном рынке? Ответ на этот вопрос для обитателей этого дома казался очевидным. Но ровно до того момента, пока они не въехали сюда. На станционные три клубную жизнь вдохнули 4 года назад. Сделали это через дымовентканалы, тяга в них в обратную сторону. При таком раскладе углы дома быстро промерзли. Стены, по словам жителей, без утеплителя. Застройщику написали претензию. Они приезжали, сделали осмотр квартиры, мерили температуру потока. Там было, это было градусов 12 всего. Сделали свое заключение и все на этом. Последнее письмо у меня даже вернулось без ответа. Вот. Застройщик пытался загладить вину, но топорно. Дымовентканал он нарастил, но опять не по науке. В итоге и тягу не исправил, и целостность кровли нарушил. В подъездах через натяжные потолки полилась вода. У людей волосы дыбом, ведь под пленкой проводка. Как дождик, оно провисает. И вот, пожалуйста, поднимаем, и через дырочку вот ведерко выливается. В части квартиры из-за проливов требуется ремонт, но хозяева притормозили с работами. Завтра опять все потечет, и оклейка обоев превратится в мартышкин труд. Особенно вот дети у нас приезжают, они сразу: мама говорит, у вас пахнет. Я говорю, а я что сделаю? Вот, говорю, красота, что я теперь? Впрочем, льется здесь не только в квартирах. Прижимистый застройщик сэкономил и на отмостке. Теперь во время дождей здешний подвал сродни царским казематам. Здорово, у нас фундамент сделан. Это вот прям фундамент течет ведь. В подвале вода в избытке, а вот в квартирах она словно копченая колбаса в советских магазинах. Вечером ее хоть в розыск объявляй, но ларчик открывался просто. Вот здесь наглядно видно диаметр вот этой трубы, стык. Здесь уже труба меньше диаметром идет. Я живу на первом этаже, у меня нет набора воды вечерами, когда у нас подключается весь частный сектор к поливу. А третьи этажи даже вообще не могут включить воду. Зато мусор застройщик не пожалел. Хлам так и остался в подвале после стройки. А это детская площадка, тоже от застройщика. На горке нет навеса. Дети царапают ладошки о железке, а рядом газовые коммуникации. И газовая вот эта вот труба, которая прям вот на детской площадке, да, впритык проходит. Я не знаю, как это, безопасно или нет.
Суд встал на защиту собственников. Застройщика обязали исправить строительные недостатки. С этого момента они начали уклоняться от ответственности. Они это застройщики магазин «Новостроек», да. На контакт они не идут с нами, неоднократно мы с ними пытались связаться. То есть результатов никаких нет. Управляйка, которая работала от застройщика, также резко ушла на дембель. И люди решились на непосредственное управление. Но жалобы на бракоделов писали в разные инстанции. Городские чиновники в отписках технично переводили стрелки на судебных приставов. Приставы, исполнители не выполняют свою работу. Обращаюсь к ним практически каждую неделю. Они поясняют свое бездействие тем, что у нас нет ресурсов. К нам не являются люди на опрос с компанией «Магазин новостроек». Мы предложили судебным приставам свой автомобиль свозить, вручить повестку. Приставы почему-то отказались и даже не позвонили. Судебные приставы сообщили, что они дважды штрафовали застройщика. Причина – неисполнение решения суда. Однако горе-строитель не оплачивает штрафы, а служба опять по-доброму пытается с ними связаться. И ведутся мероприятия по предупреждению директора организации об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения. В дальнейшем при установлении факта неисполнения требований исполнительного документа должнику будут вновь применены меры административного воздействия, а при наличии оснований – меры и уголовного воздействия. Ситуация комичная. Скрываясь от приставов, фирмачи продолжают строить элитное жилье в других местах. При этом не забывают рекламировать комфортную клубную жизнь. Эдуард Истомин, Денис Миронов, Вести Ульяновск. Две сотни военнослужащих и десятки образцов специальной военной техники. Все, чтобы враг был повержен. Боевое мастерство ульяновские десантники отточили на учебном полигоне в Поливно. Там завершили масштабные учения. Разведка и корректировка боя под прикрытием гранатометов. Кадры, от которых захватывает дух, в материале Яны Федорищевой. Залпы артиллерии и клубы дыма. По всему периметру слышны пулеметные очереди. За считанные минуты чистое поле вдруг превращается в настоящий театр боевых действий. Согласно легенде, учебный полигон захвачен боевиками. В назначенный район прибывает наша разведгруппа. Одна за одной модернизированные бронемашины при поддержке бойцов занимают вражеские рубежи. Основными целями учения являются проверка навыков военнослужащих и слаженности парашютно-десантных подразделений при выполнении различных боевых задач на незнакомой местности в условиях быстро меняющейся тактической обстановки, а также изучение командным составом батальона передовых методик организации проведения мероприятий боевой подготовки. Военные показали и новинки отечественной оборонки. АК-12, пятое поколение автоматов Калашникова. Все основные операции – переключение предохранителя, замена магазина и передергивание затвора – солдат может производить всего одной рукой. Показательные тактические учения ВДВ в Ульяновске продлились ровно сутки. Кроме штурмовых вылазок, десантники выдержали длительную оборону под покровом ночи, а еще отточили искусство контратаки. Яна Федорищева, Вести, Ульяновск. В Ульяновской области начались ремонтные работы на автомобильном участке Ульяновск-Димитровград-Самара-Старая Майна-Матвеевка-граница области. Ремонт идет согласно установленному графику в рамках национального проекта «Безопасные дороги». По итогам сезона планируется построить, реконструировать и отремонтировать более 158 километров дорожного полотна. Также предусматривается создание остановок и тротуаров по всему участку ремонтных работ. Происходит сейчас устройство выравнивающих слоя. Положено 1500 тонн асфальта. Должны выровнять этот участок. В течение года, скажем так, 2 дня выравнивающий слой закончен. Потом перейдем на верхний слой асфальта, на этом же участке. Дорожные работы на участке Алексеевская, Высокий Колок, Старая Сахча, Ивановка в Меликесском районе выполнены более чем на 40%. На сегодняшний день там уже восстановили основание асфальтового полотна методом холодной регенерации и досыпали обочины. Общая протяженность данного участка дороги превышает 5 километров. Завершить ремонтные работы в области планируется до 30 сентября. Как раскрутить имидж Ульяновской области и вернуть молодежь из столицы? Алексей Русских обсудил самые острые проблемы с землячеством региона. Подробности встречи в материале Эллы Шаховой.
Ульяновское землячество обсуждает масштабные задачи, например, как остановить катастрофическое сползание Ульяновска-Волгу. Берега необходимо укрепить гидротехническими сооружениями, дренажной сетью. Цена вопроса – 15 миллиардов рублей. Еще одной из ключевых тем стала борьба с бедностью. 15% населения Ульяновской области нуждается в вот такой социальной, комплексной, такой целевой поддержке. Это первое. Второе – это такая глобальная задача – это обеспечение надежного водоснабжения жителей правобережного района города Ульяновска. Это значит заменить волжский водозабор на артезианский водозабор. Предварительная уже такая поддержка прозвучала со стороны председателя правительства Мишустина. Речь идет о 7 миллиардах рублей. Обсудили отток молодежи из Ульяновской области. Задача на сегодня – вернуть их после обучения в иногородних вузах в родные края. Они уже уехали. Почему бы нам не предложить им какие-то меры поддержки, для того, чтобы они были заинтересованы вернуться в Ульяновскую область? Может быть, какое-то льготное жилье предложить. Может быть, не для всех, а только для тех, кто с красным дипломом будет закончить. Ну, еще, может быть, какие-то подъемные. Речь шла и об экономической составляющей сотрудничества региона с Ульяновским землячеством. Это развитие и продвижение брендов нашего края. У нас практика есть, вот симбирский мед буквально в прошлом году. Вроде бы сложно это дело, но мы за полгода решили этого. Не башкирский мед забрендовали, да, а ульяновский мед. Да, хотя есть башкирский мед, но у них нет сертификата. У нас есть. В Москве, кроме Волжан, к сожалению, ничего мы нашего ульяновского не видим. Ну и в рекламах УАЗа. От представителей ульяновского землячества прозвучало предложение создать торговый дом нашего региона в Москве. Такой опыт имеют уже многие регионы. Это поможет продвигать ульяновские бренды. Элла Шахова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск. Вести Ульяновск на телеканале России. Мы продолжаем. Мнения жителей будут услышаны. В райцентре Николаевка прошла стратегическая сессия «Движение вверх». Участниками обсуждения стали эксперты, общественники, жители региона с активной гражданской позицией, имеющие собственное видение развития Ульяновской области на ближайшие годы. Вопрос вовлеченности населения, их мнения, их видения должны быть услышаны и в том числе войти в стратегии развития всей страны. Цель одна – повышение благополучия и повышение комфортности проживания на территории Ульяновской области, его замечательного населения. На стратегической сессии в Николаевке обсудили вопросы здравоохранения, демографии, ЖКХ, развития территории, благоустройства и комфортной среды, инвестиционной привлекательности района, рынка труда, образования. Члены рабочих групп рассмотрели конкретные проблемы и высказали свои идеи, как изменить будущее, выбрали новые направления развития. Это увеличение рабочих мест, чтобы молодежь не уезжала в другое место для заработков, а оставалась здесь, на своем месте. И, естественно, это образование, чтобы здесь были техникумы, колледжи, чтобы молодежь отучилась и пошла потом на работу. Масштабное мероприятие охватит все муниципалитеты региона. 4 сессии пройдут в Ульяновске, 2 в Димитровграде, 22 в сельских районах. Итог этой работы будет учтен при разработке новой стратегии развития Ульяновской области, которую представят в сентябре. Напомню, стратегические сессии организованы по инициативе главы региона Алексея Русских при активной поддержке партии «Единая Россия». Золотые медали из рук главы региона. Алексей Русских поздравил выпускников школ Индинского района. В рабочей поездке он также пообщался с жителями, чьи дома пострадали от урагана. Обо всем по порядку расскажет Игорь Кранцев. Сейчас этот двор практически ничем не отличается от подобных в любом российском городе. Об урагане, обрушившемся на Инзу в конце июня, напоминают разве что рабочие на крыше соседних домов. При этом Алексей Русских все же замечает недочеты и просит их устранить. Аммиак для живущего воздуховода. Да, 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 да. Обдел еще не сделали, да. Сделали, просто перекрыли, чтобы не текло. Сейчас кровлю все перекрыли. Главная задача не сделала, обделка ДВК не сделала. Нет, снега справиться с протечками. Это главная задача была. Стихия затронула и крупнейшее предприятие Инзенского района. Деревообрабатывающий завод, где трудятся 1500 человек. Работники говорят, что здесь фактически был эпицентр стихии. Вот это вот остатки кровли, которую сорвало с крыш цехов, а устраняет
устранять последствия здесь будут еще достаточно долго. Предприятие сейчас работает полноценно. Алексей Русских осматривает цеха и желает работникам успехов. А в общении с заводским активом касается и темы помощи пострадавшим от июньского ЧП. Огромный пласт работы сделан. Значит, там, где будет не хватать собственных средств, естественно, регион будет помогать и уже помогает. А это одна из квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Руководитель области ставит Инзенский район в пример в реализации программы и уверяет будущих новоселов. Совсем скоро они въедут в новостройки. Вот строитель, вот ему скажите спасибо. Нет, насчет этого говорят. Нет, я посмотрел, поверьте, я много видел всяких ремонтов и строек. Это довольно-таки очень здорово. Спасибо большое. В популярном месте отдыха с амбициозным названием «Парк Горького» Алексей Русских обсуждает с местными властями дальнейшее развитие территории, обращая внимание на пожелания инзенцев, поступающие в соцсетях. А в другом сквере глава региона принимает участие в открытии памятника Петру и Февронии. Изваяния святых, считающихся покровителями семьи, появились по инициативе местных жителей. А открыть памятник доверяют чите Жарковых. Валерий Миронович и Раиса Егоровна больше полувека в браке. Им и ряду других семей грамоты и подарки. Здесь огромнейшие перспективы во всех отраслях промышленности, во всех сферах деятельности человека и в культуре, и в спорте, и в духовной жизни. Здесь огромный потенциал туристический. А эти слова адресованы уже золотым медалистам. Их в Инзенском районе 25. Глава региона рассказывает, что и сам закончил школу на отлично, желает ребятам успехов и просит применить свой талант на благо малой родины. Выпускники же с теплом вспоминают родную школу. Все старания были не напрасны. И, конечно, с грустью, что все эти моменты, которые прошли... Я надеюсь, все будет хорошо. Думаю, все сложится вполне приятно и все получится. Ту самую школу номер 2, которую с золотыми медалями окончили Юлия и Георгий, Алексей Русских также посетил. И неспроста. Здание требует ремонта, о чем неоднократно сообщали в своих обращениях местные жители. Вы актуализируете сметы, исходя из нынешних реальностей? Ну, вот сейчас закон Сергеевич. Ну и тогда надо будет бюджет закладывать. В местном спорткомплексе Алексей Русских призвал поскорее завершить работы в новом корпусе и открыть практически готовый к эксплуатации бассейн. А здешним юным футболистам глава области пожелал успехов на предстоящих соревнованиях, заодно продемонстрировав, что со спортом он на «ты». Вот так. По итогам поездки профильным ведомствам дан ряд поручений и установлены сроки для их реализации. Игорь Кранцев, Антон Дурнов, Вести Ульяновск. В Ульяновске продолжается массовая вакцинация населения. Мобильные бригады медиков выезжают на предприятия и прививают сотрудников буквально на рабочих местах. Мой коллега Павел Игнатьев побывал в Ульяновском конструкторском бюро приборостроения и увидел, как вакцинируются там. В коридоре у медицинского кабинета непривычный для предприятия ажиотаж. Вакцинация в КБ приборостроения набирает обороты. Измеряется артериальное давление, сатурация, температура. Собирается анамнез по хроническим заболеваниям. И, исходя из этой информации, я уже делаю заключение. Возможно ли допустить пациента к вакцинации? После всех кабинетов окончательное разрешение на вакцинацию выдает терапевт. И только потом люди заходят на прививку. Александр Кулешов – рабочее место инженера. Программиста покинул всего на полчаса. Его коллеги поступают так же. На предприятии вырабатывается коллективный иммунитет. Мы все хотим вернуться к обычной жизни, которая у нас была до 2020 года. А для этого необходимо вакцинироваться. Медики объясняют, как себя вести после вакцинации. В руках каждого пациента информативная памятка. Что, когда и как делается, что нельзя делать, что можно. Когда первая вакцинация, когда вторая. В Ульяновском конструкторском бюро приборостроения трудятся почти 3000 человек. Первый компонент вакцины получили 700 сотрудников. Чтобы сложное производство не останавливалось, темпы будут наращивать. На стратегическом предприятии разрабатывают сложнейшую авионику в интересах всей страны. Мы выполняем государственный оборонный заказ, и здоровье коллектива, и бесперебойная работа коллектива очень важна для нашего предприятия. Всех привившихся сотрудников поощрят материально. Каждому, кто прошел вакцинацию, выплачивают единовременное денежное вознаграждение, независимо от того, когда сделана прививка. Павел Игнатьев, Сергей Свежников. Вести. Ульяновск.
О спорте. Ульяновец Кирилл Глушенков – победитель первенства мира по греко-римской борьбе. Заветное золото наш атлет добыл в Стамбуле. В столице Турции ему противостояли лучшие борцы со всей планеты. За тренировкой чемпиона наблюдал Павел Игнатьев. В этом зале воспитывались многие именитые спортсмены. Сегодня традиции знаменитой школы продолжает новый чемпион Кирилл Глушенков. Тренировочный манекен летает словно воздушный, а пудовые гири в руках атлета превращаются в воздушные шары. Такой же легкостью борец-классик укладывал на лопатки лучших спортсменов со всего мира. Как итог, на его шее заслуженное золото, а сам Кирилл на высшей ступени пьедестала. В свои 19 чемпион продолжает дело, которое здесь заложил прославленный тренер Василий Вразовский и личный наставник Кирилла Андрей Чернов. Все на алтарь победы. Другому в этом зале не учат. На спортивном небосклоне загораются новые звезды, местные воспитанники. Сам почерк борьбы, вот есть у нас традиции, то есть школа ульяновской борьбы. Вот в лучших традициях он выстроил и стратегическое видение, и тактическое, и техническое, ну и воля к победе тоже. Кирилл скромно показывает заслуженное золото. Теперь медаль на полке, а сам борец в зале на очередной тренировке. Парень готовится к сурдолимпийским играм. Цель все та же – доказать, что российская школа борьбы – лучшая в мире. Павел Игнатьев, Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Далее прогноз погоды от Ульяновского гидрометцентра. У меня на этом все. Хорошего вам дня. Сегодня, 12 июля, в Ульяновской области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление существенно не изменится. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем по области плюс 25-30, в Ульяновске 25-27 градусов.